В автопарке государственной аптеки пополнение. На баланс предприятия поступил новенький фургон-рефрижератор. На нем сотрудники будут доставлять медикаменты в аптеки города и региона. Приобрести его удалось с помощью целевых субсидий. Стоимость машины составила более 1 700 000 рублей. Всего в автопарке госаптеки задействовано 7 машин, 2 из которых оснащены специальным холодильным оборудованием. Сейчас этого достаточно, чтобы покрыть потребность Ульяновской области в транспортировке льготных лекарств. Приобретение данного автомобиля позволит нам транспортировать лекарственные препараты для лечения 14 высокозатратных нозологий, в том числе инсулины, соблюдая условия хранения при температуре не выше плюс 8 градусов на всем протяжении транспортировки до аптечных учреждений. Современное холодильное оборудование, которое установлено в машинах, позволяет перевозить лекарства с соблюдением всех правил. Для хранения некоторых препаратов необходимо поддерживать определенную температуру в диапазоне от 2 до 8 градусов тепла. Объем кузова машины 11 кубических метров, что позволит доставлять со склада в аптечное учреждение более 23 тысяч упаковок инсулина за один рейс. Такой автомобиль может за одну поездку обеспечить несколько районов области. Всего в сети Ульяновской государственной аптеки сейчас 38 аптек. В них поставляются медикаменты для федеральных и региональных льготников, а также для оказания паллиативной помощи и помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Алина Тихонова, Юрий Конихин, Ул. Правда ТВ.